Привет, привет всем, друзья, подписчики моего канала. Сегодня мы рассмотрим вторую оболочку GNOME Shell под OpenSUSE 13.2. Давайте же посмотрим, что она из себя представляет. Вот такой экран блокировки. Он включается через некоторое время. Просто, ну, запустил, протестировал систему. Вот так он выглядит. Он стандартен для GNOME. Разблокируем. Вводим наш пароль. Вот, и так вот выглядит сама система. Верхний бар, у нас слева обзор приложений, да, вот избранные. Здесь по нажатию список всех ваших приложений. Вот, и вот если нажмете обзор, вот у нас справа рабочие столы. Справа сверху также системный трей. Здесь вот, да, громкость, интернет-подключение, информация о батарее. Ну, то есть информация о пользователе, настройки, блокировать экран и выключить компьютер. Так, касательно панели настроек, давайте посмотрим параметры. Вот, стандартные настройки для GNOME, только вот здесь что новые, это наш менеджер настроек YAST. Точно такой же, как на KDE. Вот, все, что там, есть и тут. Так вот медленно пролистаю, чтобы вы смогли это все дело прочитать, увидеть. Вот все присутствует, все есть. То есть, если вам по какой-то причине не нравится KDE, вот, пожалуйста, GNOME Shell, ваш выбор. Также вот давайте вот по нажатию на Ctrl-Alt-Tab можно переключать вот, панель сообщений, да, пожалуйста, здесь вот. Системные уведомления выводятся, можно настроить отображение. Так, что же еще? Ну и такой нюанс, да, именно KDE-шный. Давайте запустим какую-нибудь приложуху, чтобы показать. И давайте браузер еще запустим. Вот несколько приложений, да. И по нажатию на обзор, вот у нас область. И у нас здесь показаны открытые приложения. Что же у нас, куда она попала? Так, обзор. Так, вот, да, вот наши открытые приложения. Можно между ними переключаться, закрывать. Ну, либо же перемещать на другой рабочий стол. То есть по желанию. В принципе, ну, давайте еще посмотрим файловый менеджер. Ну, здесь стандартный Nautilus. То есть стандартный GNOME. Набор софта здесь стандартен для GNOME. Если я не ошибаюсь, под KDE там все же набор софта побольше. Давайте еще раз проверим. Так, медленно буду пролистывать, чтобы вы видели, что здесь есть. Так, разные утилиты для настройки принтера. Экранный диктор. Это все с GNOME стандартное. Так, системные утилиты, модули YAST. В принципе, все стандартно. В KDE немножко, конечно, приложений побольше. Вот. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Если видео понравилось, жмем пальцы вверх. Подписываемся на мою группу ВКонтакте. Читаем меня в Твиттере. Ожидаем новых видео. Будет много-много чего интересного. До встречи в новых выпусках. Пока.